Приветствую, дорогие друзья, на связи Грим Оптимист. Мы с вами продолжаем проходить Dark Souls 2. Теперь мы находимся в одной локации, которая мне очень напоминала почему-то Анарлонда. Щит-то вообще заглядение, ребята, просто. Да, ну противник этот ни о чем, как вы могли заметить. Вот этот, мне кажется, будет посильнее с булавой, да? Давайте мы его вытащим сюда. Главное, не, ну щит вообще просто супер. Ой-ой-ой. Так, это я, конечно, зафейлил сейчас. Ни о чем. Очищенный костяной прах. Там тоже что-то выпало. Треснувшее синее око. Сейчас все посмотрим. Так. Трисмонлоида. Вот, очищенный костяной прах. Сожгите на костре, чтобы улучшить флягу для Эста. Отлично. Я знаю, что это такое. Отправиться в мир виновного. Треснувшее синее око. Видимо, оно мне где-то пригодится. Я пока не знаю, где еще. Так. Значит, сейчас нам придется вернуться в Маджулу, чтобы улучшить нашу флягу. Скорее всего, это нужно делать у... Ну, у этой бабы. Ну, почему-то мне такая же. Да больше негде. Так, давайте... Давайте еще почитаем про него. Говорят, это так... Бросьте их в дальний огонь в Маджуле, и с каждым использованием пляги вы будете получать больше здоровья. Ага, значит, нужно горение, очищенный костяной прах, да. Че, неужели? Неужели про канала? Да, фляга с эстусом плюс один, есть. Отправляемся снова туда же. Интересно, фармить их можно? Это было бы круто, если бы можно было их фармить. Этот возродился, товарищ. Третий удар у него такой с этим, с завитушкой. Ну, противник абсолютно несложный, но... Как вы видели, но, тем не менее... Довольно... Большой и грозный. Так, туша безымянного солдата, человеческая фигурка. Отлично. Отлично. Иди сюда. Так, там. Тут один. Ага. Талисман Ллойда. Так, давайте вытащим его. Иди сюда. Я не хочу с тобой там драться. Я боюсь. Давай хотя бы здесь. А, в лучших традициях гигантов из Анарлонда он начнет отступать именно в самый нужный момент. Считайте, с одной связки мы сносим ему примерно 60% жизни с одного комбо. Интересно, что синее око еще одно. Это что такое? Даже не спрашивайте меня, что это. Что-то поднялось. Наверное, так и надо. Так, мы идем дальше. И там у нас целых три таких урода. Так, нам понадобится лук здесь.
Скорее всего, потому что я... Надо их агрить как-то. Черт, я, наверное, опять сейчас начну это. Проверим, как я кувыркаюсь. Нормально. Так, они все сагрились, черт. Бежим. Иди сюда. Интересно, можно его выманить прямо вот туда? Я очень на это надеюсь, потому что драться с ним в таких узких местах я точно не хочу. Тем более это какой-то с двуручным мечом. О, черт, не хватило стамины. Да, ну это я затупил, на самом деле легкие. Тут вообще легкие противники. О, двое этих мудаков согрелись, отлично. Значит, нам нужно вообще вниз сейчас. Там, потому что нормальный простор для маневра. С двумя будет сложно, я думаю, уже. Ну, легко, по крайней мере, не будет так. Кстати, душ за них дают очень неплохо. Восстанавливайся, стамина. Да какого черта? И я умер. Ну как обычно, то есть умер из-за того, что упал. Как и проходит 90% моих смертей в игре Dark Souls 2. Кому не лень, посчитайте, сколько раз я умираю от того, что меня враги убивают, и сколько раз я умираю из-за того, что падаю. Умирать больше не надо, потому что у нас в этой локации ждет босс. И встречать его голой жопой не хотелось бы, если честно. Черт, столько противников. Ну, я думаю, что больше мы не умрем, то есть будем действовать дальше более как-то это. Аккуратно, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж это так? Так, это мы уже подняли, не надо еще раз нажимать. Так, этих вот уродов надо как-то убивать. Так, у меня ведь не полное здоровье. Пляги. У меня уже не полное здоровье, потому что я, ну, я, конечно, не полый пока, но на пути, скажем так. Кстати, кому не нравится графика в игре, ребята, вы зажрали, серьезно, графика в игре нормальная. Она, это вам, конечно, не крузис там, но она нормально смотрится абсолютно. В первом Dark Souls графика была хуже. Она была другой немножко, там такая немножко какая-то за бампмэппинг, там все какое-то намазанное маслом, как будто склизко, как чужие. Но именно вот по картинке она была хуже. Поэтому Dark Souls — это игра не про графику, это игра про геймплей на 100%. Про геймплей и про атмосферу. Атмосфера в Dark Souls 2 есть отличная. Вот сука, а. Успел. Черт бы тебя побрал, а. Треснувшее синее око. Вон эти два мудака сагрились. Выпить эстус? Нет, давайте мы с вами лучше используем вот эту штучку. Так, сейчас нужно как-то их убить. Можно, конечно, было бы бомбочками их закидать, но это как-то совсем не профессионально. Отлично. Боюсь я упасть опять.
Вот черт, а. Стамина заканчивается в самый нужный момент. Все. Так. Ладно, пока не будем лечиться, потому что у нас еще кольцо регенерации. Пока мы дойдем, там пока то, пока все. Итого, кстати, 5000 душ уже. Как-то даже не хочется подыхать-то. Можно два уровня поднять. Ну или один, по крайней мере, точно можно. Так, что у нас тут есть? Так, стоп. У нас два пути. Один туда, один туда. Так, там два противника. Черт его знает. Давайте туда сходим. Тут вроде более безопасно, хотя... В Дарке это ни о чем не говорит вообще. То, что здесь никого нету. Там, скорее всего, босс. Не хочу пока идти на босса, рано еще, мне кажется, нет? А может и не рано, не знаю. О, рычаг еще один. Что-то еще. Поднялась еще какая-то штука. Не знаю, что она дает, честно говоря. А, там босс, и, видимо, мы как-то улучшаем себе площадку, что ли, или что-то делаем, может быть, как-то. Ну, вы поняли, короче, мысль. Мысль поняли. Так, теперь нам нужно туда. Блин, я боюсь туда идти, так давайте медленным шагом. Так вот, так. Оп, прошли. Я надеюсь, тут нет ловушки, что прыгать некуда. Зеленый цветок. Черт его знает, что он дает. Оп, так. Так, он очень сильно отталкивает, есть шанс упасть. Кстати, щит очень хорошо держит его атаки, черт. Сказал я и получил. Так, ну на босса с неполным здоровьем мы, ребята, точно с вами не пойдем. Будем использовать самоцвета. Ой, не знаю, блин, боюсь я идти, честно говоря, туда. Ну, давайте сходим. Так, какой-то драконоборец. Давайте, надо изучить его мувсет. Я не знаю абсолютно, как он двигается. То есть, так, это удар щитом. Ага, понятно. Он высушивает всю стамину разом. Ага, и этим пробивает, понятно. Сильный удар. Понятно. Будем потихоньку колупать его, наверное, да? О, да, долго, длинная атака у него это. Так, у меня нос зачесался страшно. Так, достает атака щитом. Что бы я делал без этого щита, ребята, я вообще не знаю. Так, надо дальше от него держаться, слишком близко держусь. Очень длинная алебарда у него, вот в чем проблема. Самое главное. Так, ну я бы не сказал, что это легкий босс. Давай. Твою мать, а. Надо лечиться.
Блин, у него атаки очень длинные, вот в чем проблема. Видите, то есть... Надо его бить, потому что так это бесполезно. Это только я все равно буду рано или поздно пропускать его удары и... Ну, хелсы я ему хорошо сношу, то есть в этом плане все хорошо. Я ушел в оборону, то есть в том плане, что я не уклоняюсь от его атаки, я именно блокирую. У меня щит позволяет это делать. Ну, что я могу сказать? Пока, конечно, рано еще какие-то выводы делать, но... Геморройный очень долгий босс. То есть его убивать несложно, но, как вы видите, то есть очень долго. Щит у него такой жесткий. Я просто... У меня много душ, я не хочу их потерять, поэтому я как бы, ну, очень аккуратно. Тактика очень аккуратная. То есть чисто играть от обороны, прощупывать противника, искать бреши в обороне и... Так. Давай, давай. Видите, то есть на какое расстояние он херачит? Это же вообще жесть. Драконоборец какой-то хренов. То есть вот так вот и будем его колупать. Тем более осталось, блин, главное не упасть сейчас. Все. Ну, босс несложный, сразу говорю. То есть по сравнению с предыдущим это вообще жесть. Это, наверное, самый легкий пока из всех боссов. Душа драконьего всадника. 17 тысяч душ у меня и того. Сколько мне дали это за него? 11 или 10 получается? Там сколько? 12. Так, нам теперь туда. Чё-то я боюсь, короче, мне хочется вернуться. Вернуться в этот. В Маджеллу, или как она? Маджулу эту. Давайте сходим. О, костер. Так, что это за деваха тут? Или кто это? Или мужик это? Не, деваха. Меня зовут Лисия. Я здесь, чтобы нести искусство чудес. Так, что у нее можно купить? Колокольчик клирика, какое-то кольцо. Увеличивает веру. Ну понятно, то есть для мага все. Мне это вообще не надо. Тебе нет, мне не нужны твои сраные чудеса. Так, значит, что мы делаем дальше? Нам нужно отправиться в Маджулу и прокачать левел, потому что если я просру 17 тысяч душ, это будет полная жесть. Я слышал, что на этой локации есть еще один босс, который не обязателен для прохождения, но, естественно, мы его с вами убьем. Ну, или, по крайней мере, попытаемся. Так, новый уровень. Так, жизни. 18, так, стойкость еще добавим.
Давайте улучшим еще вот эту вот штуку. Адаптируемость еще улучшим и улучшим силу. Так вот. Так, не то нажал. Отправиться. Пойдем валить второго босса. Какой у меня левел-то уже? У меня высокий, кстати, уровень уже достаточно. 44 уровень уже, нифига себе. Еще какая серия-то по счету-то? Пятая, по-моему, да? Пятая серия у меня уже... Так. Пойдем, короче, помните, там была развилка, сходим туда. Мне кажется, что там может быть что-то важное. Так, вот там один урод. Вообще сдох просто, как банка с говном. Нормально мы ему навешаны. Так, тут три этих урода еще. Ай, черт, вот с ними будут проблемы, мне кажется. Тут неудобная очень позиция. О, черт, они сразу все нападают на меня. Или нет? Тут удобная площадка зато для битвы. Я думаю, что мы убьем его без проблем. Черт, успел. Так, второй. Ну этого-то мы... Щит вообще отлично держит просто. Да, что-то я пожадничал, конечно. Так, давайте я стус выпью. Хотя на босса, конечно, лучше оставить. Так, 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 так. Еще там эти уроды. Давай. Пожадничал. Так, у меня надето кольцо вот это вот. Как оно? Да. Ну-ка, сколько у меня дает дамаг сейчас этот меч? 100 плюс, 105 плюс 72 плюс еще. Ну нормально, то есть урон-то... Не, меч хороший вообще. Легкий такой и... Жестко очень дамажит так нехило. Так, эти двое нападают. Давай, иди сюда. Конечно, когда они будут... Если они будут вдвоем нападать, то будет проблема. Так-то... Никаких проблем вообще. Вот черт. О, ты прямо злой парень, да? Так, давайте-ка мы цветочек этот используем. Эсту составим на босса. Черт, не успел нажать блок. Хотя вроде успел. Блин, я так, короче, жестко вообще подставляюсь. Надо что-то как-то аккуратнее действовать. Так. Там что-то вроде мелькало. В целом, вот небесное благословение. Касательно сложности. Могу сразу сказать, что если вы не играли в первую часть, то Dark Souls 2 разорвет вам жопу просто. Точно так же, как разорвал бы вам Dark Souls 1. Если играли, то, наверное, будет чуть попроще, хотя, с другой стороны, приходится переучиваться по управлению. И переучиваться это тоже очень сложно. Поэтому тут, наверное, спорно все-таки. О, нифига себе, у тебя удар-то. Вот сука, а. Свидание. Черт.
Мост опускается. Так. Там у нас босс. Здесь у нас что-то есть. Старый лучистый самоцвет жизни. Давайте посмотрим, что это. Значительно восстанавливает здоровье, понятно. А тут что у нас? Так, там может быть ловушка? Нет, вроде нет. Кольцо ослепления, человеческая фигурка. Что за кольцо ослепления? Каменное кольцо, это я помню. Кольцо ослепления ограничивает уменьшение здоровья в облике полого. О, тьфу ты, черт, наушники вывалили себе. Сори. Это тема, ребята. Это то, что если, то есть, я, то есть, ну, полый в хлам, у меня нету человечности, я могу его одеть и более-менее нормально играть. Очень полезное кольцо. Пока, наверное, я его не девать не буду, потому что смысла на нем нету, но... Так, и там, наверное, у нас босс. Че, придется, наверное, самоцвет использовать. Так, там у нас босс. Да. Это же Арштейн. Черт, я пока вчитывался в его имя. Это же Арштейн. Помните его? Он со Смогом был вместе. Кто смотрел летсплей по первой части, тот сейчас все вообще понял. Блин, он всю стамину мне высушивает. Но пока вроде не сильно опасен. У него может быть парочка подлых приемов. Так. Вот этот удар у него жесткий вообще. Так, надо, конечно, быть аккуратнее. Нельзя больше таких допускать ошибок. Два удара будем наносить, потому что так иначе долго очень придется. Сейчас какую-нибудь подляну ведь, сука, сделает, я уверен в этом. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять, я не ту кнопку нажал. Ну как, ту, то есть, но не вовремя. Блин, босс-то простой вообще, элементарный. По сравнению с тем этим... его, ну вы помните, вообще ни о чем. И сейчас столько опять херачить до него, блин. О господи, а. Просто вообще ни о чем, просто элементарный вообще босс. Я просто подставился и все. Ну он посложнее, конечно, чем этот драконоборец, но все равно ни о чем. По сравнению, говорю, с тем вот боссом, который был до этого, вообще элементарный просто босс. Сейчас опять столько их убивать, этих уродов здоровых. Да твою мать, у него третий удар еще откуда-то взялся. Так, все, собрался, Дима. Что-то я расслабился, надо нормально. Убить этого Арштейна все равно, что я не думаю, что он какой-то сложный прямо. Тем более, говорю, с каждой смертью мне все сложнее будет это делать. Как вы помните. Ведь они сразу все нападают. Какого черта раньше не было такого? Вот дерьмо, а. Так, что тут у нас? Это, вот это засада, ребята. Сейчас я в них это...
Прикурю, давайте выпьем этот. Хотя бы Эстус, потому что иначе я точно сдохну. Не в моих правилах сдаваться раньше, как это, без боя, как говорится, да? Просто жесть. Я просто еще ничего не понимаю, что происходит. Ну, закономерный итог. Упал. Кто там считает мои смерти именно от падения? Считайте. Какого черта они вдвоем сагрились на меня? Вообще не понимаю. Как я на том Арштейне сдох, как мудак вообще последний просто подставился под него. Надо тупо в глухой обороне было сидеть просто и все. Я что-то начал выпендриваться и сдох. Блин, не с той стороны. Мне вот больше всего в Dark Souls то, что мне не нравится. То, что до босса приходится каждый раз пердолить. Это вообще дико вымораживает. Это вообще худшее, что есть в Dark Souls. Вот именно. То есть я считаю, что босс, до босса, босс должен быть рядом с сейвом. Все равно, ну более-менее. Тогда это будет... Если выйдет Dark Souls 3, пусть он будет сложным. Я не против. То есть пусть он будет... Но чтобы обязательно босс... Не надо было до него еще минут 15 пердолить каждый раз. Опять эти уроды. Так, теперь по одному. Ну, слава тебе, Господи, давай. С этим-то мы как-нибудь разберемся, я думаю. Какого черта я же нажал блок? Он не заблокировал атаку. Твою мать, а. Второй-то не идет-то. Душ тоже просрал порядочно, кстати, я тогда на Арштейне. Ну ладно, главное, что это... Хорошо, что я их вложил в прокачку, те, которые на, на старом драконоборце заработал. Вот сука, а. Так, треснувшее синее око. Так, тут еще два этих мудака, черт возьми. Так, давайте мы... Травками будем лечиться. Хотя, конечно, жалко их, но... Так, тихо-тихо, убегаем. По одному. Атака, конечно, у него это вообще жесть. Ушел, пацан. Фигня. Так, сейчас главное на Арштейне не лохануться. Так, тут еще один этот. Каждый раз, то есть, не сложно, но... Каждый раз до босса вот это все валить, это унылое говно постоянно, меня это раздражает. Сейчас, конечно, многие со мной поспорят, скажут, что в этом фишка, как на Денде раньше, каждый раз заново все, но не знаю. То есть я говорю, я считаю, что да, Dark Souls должен быть сложным там все, но... Я вот, как бы, мне нравится то, что можно от костра к костру постоянно перемещаться. Это, ну, на пользу пошло игре. Так, у меня 4 фляги. И у нас Арштейн. Давай. Сейчас мы более-менее знаем его мувсет уже. Так, у него это все сносит, понятно. Давай. 140 я ему наношу хп. Нормально.
лечимся. В смысле, восстанавливаем стамину. Вот это у него жесткий тоже очень удар. По-любому можно его атаки можно... Так, опять все дергаться начало. Твою мать, а ну как вовремя, а? Не спрашивайте меня, что это было. Раньше он так не делал. Так, стоп, стоп, стоп. Я... Как это произошло? Я был в блоке, вашу мать. Так, все, короче, на этом эту серию мы заканчиваем. Не знаю, что-то мне надоело просто уже. Так что в следующей серии мы его с вами убьем. Он простой, это босс элементарный вообще. Просто мне что-то не видит. Ладно, всем спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на канале, не забывайте подписываться. Там, как обычно, все, короче. Все знаете лучше меня. Всем пока.